Природа-то какая красивая. Что-то мы где-то потерялись, промахнулись. Давай. Есть, сделала это. 31 декабря. Великолепно. Ничего себе. Мороз-то крепчает, друзья. Мои бакенбарды, как у Пушкина, только белые. Чем мы доехали до наших лунок. Мы поплюс, в наледи уже сидим. Одна жерлица у нас стоит. Ура, тут рыба есть. Ну вот она, щука этого года. Ура. Щука 2024, здравствуй! Смотри. Круто! Великолепно просто. Так, ну что, кто хочет со мной поработать? Флешку ставили, хорошее настроение приобрели, страху набрались, мама дорогая, очень страшно ехать. Предновогодняя рыбалка нас ждет. Едем рыбачить. Я еле сегодня машину отгребла, там целая тонна снега, на прицепе тоже, поэтому, чтобы вы понимали, как бы тяжко куда будет. Куда мы едем? Одни направления. Свет фар включай. Что, собака, ты готова ехать? Мопс тоже с нами едет. И полная машина барахла. Все надо. Так, заводим. Сначала назад сдаем, потом вперед. Так, 4 ВД включено. Давай чуть-чуть назад. О, отлично. Выворачиваешь, да? Выворачиваешь. Все, дай бог, сейчас. Все, друзья, если фильм выйдет, значит мы вернулись домой. Значит, с рыбалки. Мы попали на рыбалку вообще, давай, да. Что мы попали на рыбалку. Значит, мы были на рыбалке. Погнали. Ну что вообще? Мы на тундре. Там вроде бы как бы и не страшно. И как бы пофиг. А там еще один откапывается. Пошел Вальдемар его толкать. Там он еще впереди тоже машина стоит. Мне из-за обледенения не видно. Ну так и живем. Светает. Дороги ни конца, ни края. Занесла нас рыбалка. Такие дебри. Куда едем за рулем? Шумахер едет за рулем. Говорит, Новый год хочу, на рыбалку хочу. Сама боится, но сама едет. Рулю, боюсь. Давай, Анечка, давай, ты молодец. Это самый кошмар, блин, кто не снял. Там вообще выше крыши были. Я тут ехала. Руль лево, машинка. Руль вправо, руль лево, руль вправо. Машинка, я тебя люблю, очень сильно люблю. Конечно. Мне так страшно. Ох, какая рыбачка у нас. Давай, тут давай. Уже не страшно, вон там еще один перемет. Было, конечно, предложение посидеть дома, но мы решили вот сюда. Вот сюда. Самое шоколадное. Вау, ты бог ты мой. Главное, держи, Аня, руль. Молодец. Давай. Расслабляйся. Ну понятно, цепь не обцепим, тебе еще 100 метров. Давай. Есть, я сделала это! Молодец. Что там водяной говорил? Про вот эти чудеса на этой машине можно делать. До слез прямо. Здесь какие чудеса. Я, походу, прикоснулась к этим чудесам полной жопой, блин, всеми двумя руками. Очередной сумет. Все метет. Колеса гребут, блин, вообще машина. Я тебя так люблю, что ты просто не представляешь. Так, что у нас там за развилка? По ней мы поворачивать должны будем налево. Так, ну, проехали мы самые шоколадные места. Может быть, тут будет? Анечка молодец. Нет, там еще далеко. Вон, я уже Анечка вижу, молодец, едет.
И уже давай вон то вон озеро. Главное, что держится наш водитель. Главный рыбак. Страшно. Главный рыбак держится. Молодец. Ну, когда-то на Тахе я такие тоже шоколадки проезжал, но Анечка едет впервые. Нет, я потому что еще с прицепом. Ты без прицепа ездил, а я, блин, с прицепом, который все меня тормозит. Ну, тут там вообще шикарная дорога. Природа-то какая красивая. Что-то мы где-то потерялись, промахнулись. Ну, ничего, сейчас мы... найдемся. Что, Анечка? Забило под машину снега? Ух ты! Хорошо забили. А трос с собой взяли? Взяли, а толку-то? Сейчас будем распаковывать снегоход, будем топтать снег. Ну да, давайте дорогу снегоходом топтать. Потом, если что, прицепим. Ух, снега-то хо-хо-хо. Так, обкапываемся. Возьмем снегоход, потому что-то либо мы приблудили, либо это. Да, моя задача потоптать дорогу. Лобовое дома в починке. Оденься, Вальдемар. Оденься. Да, пухля. Это не очень хорошо. Пробью сейчас дорогу. Верну. Так, сейчас подожди, подожди. Ой. Еле идет. Снега, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу. О, по колено. Ой, ужас. Где-то там едет. Сейчас палатку выставим. Пробились. Я уже. О, полицейский разворот. Полицейский разворот. Погнали. Наших городских. Красавчик. Сейчас на свой след выбежит. Сейчас накатаем. Все, будем ставить палатку. Уха! Делили мы место палатки здесь. Теперь надо по пояс снега откидать его, отгребсти. Час дня. С 4 утра ездим. Да. Что, вы говорите, рыбалка — это удовольствие? Ну-ка расскажите. Сейчас. Сейчас я вам скажу, да. Кто-то бы сидит дома, а мы тут снег кидаем. Ага. Ой, слушай, я-то вообще даже больше. О, смотрите, больше коленок. Да, по пояс. Давай, греби, греби. Да, собака мерзнет. Локоть болит. Собака. Про собаку мне вообще ничего не говоря, но в печке сидит. Давай я погребу. Давай, давай, Анечка. Хочешь я рыбку? Хочешь рыбку, сначала надо место под палатку освободить. Новый год праздновать. Ой. Что-то быстро утомились. Да. Сейчас у меня. Кидай дальше, бери больше, кидай дальше. Ой. Ну, что-то не переус... я уже. Не перес... я уже утомилась. Не переусердствуй только. Нам утомилась. Еще... Да, лопата. Нам еще работать. Давай, давай еще пару, давай, лопат. А потом иди, я... ты большой. Ты большой, я маленькая. Все.
Сейчас я ее пристегну. Вот. Это потом вот большой теплый пол и печку. Все. Фу. Я думаю, зажигает печку. Сейчас будет тепло. Бумажку нашли. Снегоходики. Сейчас, потому что еще рейс будет сейчас основной. Переставили домик, сделали. Потом собачку надо сразу тепленько. О, да будет свет, сказал монтёр, включил списки. Оба-на! Сейчас пробуем. Кто молодец? Вальдемар молодец. Выставили палатку, забрали, погрузили Анютку, взяли все, что необходимо, веточек для того, чтобы опознавательные знаки. Палатка у нас дымит. Уху! Речи греется. Речи в тепле. В общем, мы тут уже расположились. Как дома. Едем рыбачить? Давай скорей. Сейчас галереешечку. Ну и ветрище, ну и снежище. Ой, как несет. Сейчас доставляем еще одну. Вот такие елочки мы ставим, чтобы, по крайней мере, различить. Делаю такую шубу. И там лунка. Вот. И все. Сейчас Анютка поставит завершающую. И поедем греться. Такая сосулька идет. Че, не захотела дома оливье делать, да? Нет, это ты меня потерял. Я вон оттуда пришла. Не захотела дома оливье делать. Теперь будешь здесь лунки проверять. Я буду тут уже сопли морозить. Да, давай морозь. Выставляй. А потом ты меня в ресторан сводишь за это два раза. За Новый год и за рыбалку. Ну, если поймаем трофея. Вечерний рандеву. Когда все покушали, теперь можно спокойно завалиться под одеяло и на раскладушке и поспать. Рича где-то там спит. Храпит. Вещи сушатся, печка топится. В общем, всем все хорошо. Ну и будем ложиться отдыхать. Давайте до завтра. Завтра утром, вечером мудренее. Утро собираемся на рыбалку, делаем первый разворот по целику. У нас минус 33, 31 декабря. Примеряемся в разворотную. Ух, снега 55 сантиметров. И даже не больше. О, осталось. Круто. Лучше по-любому надо. Волокуша застряла, стой. Волокуша же вот. Я вижу. А чё его так? Ну, волокуша и застряла. Хотел на маленькой пяточке развернуться, но с учетом того, что очень большой снег, в общем, на пухляке не получилось. На малых оборотах. Сейчас мы откапываем дорогу ему назад на буранку и попытаемся. Ну, я уже лыжню прокопал. Не, именно с подлыжней, да. Ну, можешь все, весь подряд. Сейчас мы его выкопаем, вытащим, развернем и поедем рыбачить. Что-то, видать, щука с него хорошая попадется. Полицейский. Не получилось. Ну, утренняя зарядка. С добрым утром. Новогодняя. А что, потому что, знаешь, 23-й год запомнился вот вообще. Вот так, даже вот так вот.
Но было весело. О, жерлицы горят. Пошли, горят, блин. Конечно, уже горят. Давай, давай цепляем. Ладно, для разворота. Не, если бы ты один пошел, пошел, она вон, видишь, почти сотку. Волокуша. Она подморозилась, видишь. Как так за... ты просто на бугор заехал, понимаешь, и все. Там давай, пухляк. Ну что, айда на озеро. Надеюсь, давай. Наеду. Доедем? Нет, пусть это будут... Заключительное приключение, потому что еще может быть наледь. Так что на этом еще может и не закончиться. Новый год. Новый год. 31 декабря. Подарочки принимаешь, подарочки? 31 декабря. Такой штиль, это просто непередаваемое ощущение. Небо чистое, ветра ноль. Все боялись на рыбалку, а мы здесь, в тайге, очень далеко. Говорите. Как я и предполагала. Приключения на этом. О, у нас жерлица, смотри, жерлица стоит. Вон она, только что стала. Так, ну ладно, в двух словах. Мы, короче, заехали на озеро. Мы благополучно вчера выпустили наледь. Такие едем. И тут я сажусь. Такой кричит, а ну быстро со снегохода. Короче, вязем. Я такая, хрищ, на все это самое. Идем сейчас смотреть, что там. Да, вчера мы выпустили джина. Из-под льда. Возле первой жерлицы. Поэтому я проскочил до сухого места. Чудо! Ну так потому что уже не однократно. Я ощущения эти знаю. А я такая думаю, блин, что это такое? А тут такой. Быстро, вон отсюда. Хорошо, хоть немного. Знаешь, как обычно бывает. На мужиков посмотришь, а там половина наледи. Вот она. Вот она начинает выступать. Но сегодняшний мороз ее подморозит. Сейчас вот мы ее откроем вдоль лунок. И будем потом по своим... Да я вижу. Нет, ты сюда иди, тут шлепает. Клево шлепает. И я вместе с ней. Смотри. Круто! Великолепно просто. Ну что, пошли жерлицу проверять, хоть рыба. Пойдем, вон у нас первый начинает. Да, нет, погнали. А сейчас мы покажем, как мы ходим на рынок каждое утро. И так целый день. А, вон флажок, видишь? Со вчерашнего дня. Вон да, флажок, вижу. Аккуратненько. Вижу, вижу. О, смотри, там кто-то живет. Смотри. Там наледи туда шуруют. Это, ну вот так покажи, как кто нам она цепляет оттуда. Водяной. Главное, чтобы нам туда не рухнуться. Да. Видишь, тут полностью... Луна. Снегоход бросили вдалеке, потому что там наледи нет. А вот где мы пробурили, везде наледь. Ну все, почапали с Анечкой дальше. А я такой деловой, думаю, сейчас я по бурановскому своему следу как проеду. Ага, да. И тут-то ой, было. Ага, хорошо. Тяжелец на месте? Проверяй глубину, чтобы она в холостую не стояла. Кто-то оливье готовит, нарезает. Шубу там. За нас там тоже нарежьте баночку. А мы за вас икру съедим. А мы за вас икру съедим. И рыбку поймаем. Вот, как говорится, делиться, друзья, надо. Вы за нас оливье, а мы за вас походим здесь. Вот по этим вот наледям. И... рыбу половим. Бурлаки на Волге. Вот мы топчем дорогу. Анечка идет в один след, я иду в другой след. Таким образом мы продавливаем наледь. И после сильного мороза обстучать. Ага. Так, добрались мы до жерлицы. Видно, здесь кто-то был. Видно, ее мотало. Мотало прям по свеженькому. Сейчас будем проверять ее.
есть. Ха. Вот такая, друзья, новогодняя первая щука. 31 декабря. Кушаря куча. И Ричику щучку поймали. Я бы ее отпустил, если бы не Ричик. Но у нас мопс, который любит щуку. Поэтому здесь щучка у нас желтенькая на этом озере. Не черненький, как обычно. Но нормально. Ну дай жеста. Вот она касается травы. Так, погнали. Ребята, столько наледи. Я тут подошла, такая маленькая выемочка вот тут вот была. Стала откапывать, еле жерличку поймала. Ее надо будет переставлять. Спрашивайте, почему мы сверлим маленькие лунки. Потому что в маленькую лунку хотя бы останется жерлица, если за ночь размоется. А вот здесь диаметр у нас, по-моему, 13 или 15. Может, даже и 18, не знаю. Вот на шнеке. Вот такая история. Я еле спасла жерличку. По всей видимости, здесь такая же история. Вот видите, промоина рядом с жерличкой. Думаю, что тут тоже не все сладко. Видите, вот промыла. Но если шапку не размыла, шубу, то значит жерличку можно повторно поставить. Давайте я без треноги посмотрим. Меня шуба держит, так что жерличка наша не утонула нормально. А здесь, видите, полностью приморозила жерлицу. Буду отбивать. С берега очень сильно давит. И вот она пошла, пошла, пошла. Так. Ну что, кто хочет со мной поработать? Пишня у Вальдемара. У меня вот такая лопатка. Основной кадр. О, жерлица вмерзшая. И главная героиня сегодняшней истории рыбацкой — это наледь. Ух, как я люблю это дело. Вперед! О, красота! О! Просто неописуемый. Вот так вот у нас теряется все. О! Значит, тут была поклевка, ребята. Видите, поэтому она и ушла туда. О, видите, пушерь утащила. Ну ладно, нам повезло. Хоть без улова, но с жерлицей. Потому что, видите, ой, упала. Бывает такое, что ни улова, ни жерлички. Так что сейчас, наверное, буду тут пробовать. Может быть, заново мудрить. Ура! Как говорится, плохой результат — тоже результат, когда есть спасенная снасть. Ух ты, ничего себе, как меня тут изморозь покрыла. Фух. Ну да, дело к морозу, сейчас будет сильно вымораживать. Там что-то Вальдемар проехался, говорит, наледь, приналедь. Вообще, говорит, там речка давит. Вот, надо большую волокушу от греха подальше отцеплять, пока мы с ней тоже делов не наделались. А тут, скорее всего, у нас смыло жерличку. Ушла она под воду. Елку вижу.
Жерлицы не вижу. А нет, вон она, под наледью плавает. Вон она, видите, повезло. Повезло, что деревянная. Там вон, ура, жерличка спасена. Вот так вот за ночь бывает. Сюрпризы. Так, ну а тут новый сюрприз. Целая река из наледи, видите? Пиу-пиу-пиу, она прям шлепала-шлепала туда, до середины озера. Вон она какая. Шаг так. Вначале метра два, потом поменьше. Вот, ну что, жерлица, ты жива? Вот почему я люблю наши самоделки на деревяшке. Если что, если там вдруг щуки нету, есть надежда, что она будет плавать. Ой-ой, вот это она плещется, смотрите. Наверное, не видно вам. Вот тут прям я иду, и пузырьки там. Так, ладно, жерлица, давай сейчас будем тебе новый домик делать. Смотрите, какая красота. После песчаной бури, ой, песчаной, снежной бури надуло. А, точно, рыба. Озеро нам рыбу подарило. Ловиться не хочет, правда же на рыбу похоже. Ух ты, ракурс другой взяла. Надо же. Ну, спасибо тебе, водяной, за подарок. Вот такая вот снежная фигурка. Вот и вправду рыбка. А теперь нам настоящую рыбку дай, господин водяной. Ой, еле доползла до Вальдемара. Он сейчас идет, будет жерлицу одевать. Ой, фу, еле дошла, все замерзла. Куртку сняла. Столько наледи вообще. И мороз. Да, такой мороз. Ой-ой-ой, прямо обжигает щеки. Уже видно, что я вся розовая. Ай, бррр. Пойдем в Вальдемара смотреть. Она там жерлица Петровича свои любимые поставили. Сидит, колдует. Поставили Петровича повыше. Снегопад закончился. Это любимая снасть Вальдемара. Я люблю деревяшки. Не с деревяшками, я хорошо. Я тоже деревяшки люблю. Наладил свой крючок. Мороз крепчает. Достал козырного живца, которых у нас тут, наверное, с десятка три всего лишь, остальное мелочевка. Что-то ничего не получилось наловить. Давление у нас, конечно, очень большой перепад. Было вчера 729 ртутного столба. Сегодня 733 до 743 или 44 будет расти. На клев мы, конечно, не рассчитываем. Вот, ну, одну мы уже поймали. Да, одну поймали. Речика накормим. Все остальное отлично. Опускаем. Что, в наледь уходит живет? Или тут грузик хороший? Слишком. Ага. Посолили. Так вот. Поперчили. Вот так вот белое. Ну и поплюй, что ли, уже. Не, надо поплевать. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну вот и посмотрим, чего это будет. Шубку сделали. Погнали дальше. Следующую. У нас их еще три штучки. Ну все. Наледь махом выходит. Чтобы она наледь дальше не распространялась. Так как мороз, когда луночку обтаптывал. Да, вот, слушай, вчера где хорошо обтоптали, так вот более-менее держит конус. Ну да. Что, наверное, вчера Снегурочка плохо перетрясла перину, у нее что-то плюется. Дед Мороз прямо вообще. Щиплет нас, щиплет. И водяной до кучи, да? Злится. Что тут глубоко? Не, так, по-детски. Понятно, по-детски. Тут больше льда и насыпи.
Где перчатки покупал? Это в рыбацком отделе. Промокают? У Наташи нет. Ну, главное их не поранить. Мы уже два года пользуемся. В магазине юбилейном на первом этаже. Ай-яй-яй. Кодовое слово. Дайте перчатки. Новые в этом, для этого не, сезона. Как там, подожди, говорят. По QR, не QR-коду этого. Ну, я поняла, да. Типа ссылка, там еще что-то. Ага. Кодовое слово. Хотите скидку, скажите, дайте перчатки. Да, дайте перчатки. Продайте перчатки. Дайте еще что-нибудь на скидку. Или да. Со скидкой. Скидок вам там не будет, там цены приемлемы. Но перчатки там есть. Я вот брал две пары. Минус 40 и минус 30. Ну, в принципе, разницы нету. Главное, чтобы были целые. Главное, что они сухие и чистые. И не проколотые. Угу. Так, третью поставили, еще две. Вот это кадр. Прямо напротив меня сработал. Прямо напротив меня сработал. Смыкануло так смыкануло. Потянет, интересно. Интересно. Давай, порадуй нас хорошей новогодней щукой. То столько пропереться сюда. Давай, давай. Ух ты! Видали, друзья? Кайфово. Вот это мотнуло. Это она уже побежала. Так, размоталась она. Не полностью. Жрец на месте. Переделаем жреца. Раз, два, три, четыре. Идет. Если она подходит сейчас, то она придет. Отсекем ее в следующий раз. Отсекем ее через 5 минут. Присаживайся, отдыхай. В кресло заваливайся. Ну, пускай пока она ходит. Ну, может, тут щука особенная. Сейчас разберемся. А? Главное, что работает эта линия. Главное, не знаю, много времени проходит. Ох, какие у тебя сапожища. Я чуть-чуть справились. А, покажи. У меня фитнес. Обалдеть. Ну что, туфли от Лабутены. Лабутены. На копытах. Вот это у тебя Лабутены. Так я сейчас как в этом. Фирменные. Ага, супер. Супер тренажер. Переводи дыхание. Да, хорошие у тебя сапожки. Ну, слушай, Надя там уже схватывается, даже луки схватываются. Так мороз. О, смотрите, какие друзья у нас. Анечки. Новые фирменные. Вот это получше левый. Вот это да. Давай сейчас сейчас. Анечки, почищу копыта. Я тут королева. Кстати, вам. Нате ножку справа, мадам. Держите. Ой, ничего себе. Опа. Ой-ой-ой. Ты так больно не бей-то. Я же не жерлица, блин. Ничего себе там. Подковы сейчас подобьем. Ты главное наковальню-то не сломай. Ты спрашивай, мне тут больно, не больно, а то ты так выплешь вообще. Ой, как легко становится. Вторую. Ой, как тяжело. Вот это. Там на леди по колено, между прочим.
она еще выступает или уже заканчивается? Не, она уже закончилась. То вышло, то вышло, остальное сейчас будет замораживать. Да, это надо хорошо обтрясить, а то в палатке ведро высокой воды. О, легче вам, солнышко. Ой, я хотела сказать, дал чихнуть. У вас совсем другое дело. Вернулись с рыбалки, оттаиваем все, начиная от людей, заканчивая от обуви, одежды. Все течет, все плывет. Капель. Капель. Я вообще не знаю там. Новогодний. Да, точно. Новогодний. У кого-то зима, у нас весна. В общем, сушимся, оттаиваем, обтекаем. Хочется еще раз полежать в палатке. Так, съездили, пообедали. Вернулись, смотрим, картина Репина. Приплыли. Вот стоит один флажок. Там у нас еще один. Вот. Пойдем смотреть. Наледь, которую утром мы выпустили, она уже замерзла. А вот ту, которую не выпустили, она еще. Давай. Надо было просто вокруг вот так вот обойти ее, и все, и больше бы наледь бы не шуровала. Это сейчас все тема замерзнет. Так, ну что? Что у нас тут есть? Никого. Размотала-то всю. Все 45 метров. Подарок Куширь. Подарок Куширь. И все. Так, Анечка. У тебя сапоги же не текут, у меня походу один сапог течет, поэтому тебе ставить живцов. Там, слушай. Я походу его пробил где-то в очередной раз. Сильно потек? Ну пока нет, но сколько ты ставил оборотов? Раз, два. Тут походу щука гуляла, был у тебя кто-то? Нет, никого. Тут надо живца поставить. Там живца. Она там прямо ее там круглый живец, она это. Так, это ставь. Ой! Блин, позвоночник отдалось. Так, Анечка пока ставит живца. Я иду проверять следующую. Уху! Перчатки только потом не бросай, аккуратно достала. Они целые, перчатки эти крупных, ставь. Ладно, я пошел. Осталось еще немного. Часов, может быть, 5. И наступит Новый год. В тайге великолепно, прекрасно. Без изменений. Это погода на сегодняшний день. Завершающий день в этом году. Красиво на озере. После вчерашнего урагана, ветра и мороза. Ух! Снег под ногами хрустит. Мороза где-то в районе 28 давит. Печка у нас греет, мы на рыбалке, празднуем Новый год на рыбалке. Соответственно,
Мы сегодня порыбачили, и завтра первый день на рыбалке в 2024 году мы будем праздновать первый раз. Фух, снегоход я уже упаковал, замерз, чтобы не замерз аккумулятор. Так что сейчас посидим, погреемся. Мои неваляшки возвращаются с прогулки. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красненькая? Холодно. Холодно? Мы еще тапок потеряли, нам вдвойне холодно. О, ну это в новогоднюю ночь само то погулять. Ну, да. И греться. Через 5 часов Новый год. Ух, надо еще поспать. Череет. Мы проснулись. Подготавливаемся к празднику новогоднему. Анечка себе руки кремом мажет. Ричард наш отдыхает и спит. За палаткой трещат деревья от сильного мороза. По ощущениям где-то минус 35. Ну и наш маленький праздничный стол, к которому мы готовились целый год. Сало, яблоки, колбаска и лучок. Мы сейчас это будем все употреблять. И вас приглашаем. Милости просим к нашему шикарному столу. Да, хлебушек сейчас достанем и будем кушать. Тишина, покой. Просто все сказочно. Все помазали? Да. Приступаем кушать и тушим камеру. Приятного аппетита. Погнали. Налетай. Я тушу камеру и сами сейчас все съедим. Налетай, налетай. Кто успеет, налетай. А за палаткой стоит стол другой. С оливье, да? С оливье, с шубой. Минус 35, быстрее заноси, пока не замерзло. Пока все не задубело. Ну все. Всех с наступающим. С наступающим. Минутка осталась до Нового года. Пора открывать шампанское. Ведь новогоднее шампанское для рыбаков это немножко другое. Сейчас мы откроем нашу бутылочку шампанского. С выстрелом или без? Без. Пук. Ну что, разливаем по нашим крутым бокалам. Не без пенки. Вот елки-палки, да, это будет моя. И... Испортили выходные мне. Сломали вы? Сломали, покупайте. Испортили мне выходные. С Новым годом! Так, ну, Анечка, с наступившим. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Бери быстрее, бери, бокал. Всем сладкого Нового года! Да, с Новым годом! Пузырькового, чтобы с каждым пузырьком сбывалась ваша мечта. С Новым годом, с новым счастьем, мира, добра и здоровья. С Новым годом! С Новым годом! Решили мы определить, где в нашей палатке север, юг и запад. Это мы решили сделать по нашим обледенениям. Вот палатка обледеневает с этой стороны. Поворачиваем голову с этой стороны. Это все лед. Наледь. Ух ты! И... Уворачиваем палатку с моей стороны. Вот это с моей стороны. Вот такая вот обледенение. Ну, вот. Юг, я думаю, вот здесь. Вот. Юг у нас, по-моему, с печки. Со стороны печки. Это точно. Тут это... палатка чистая, а вот с этих сторон просто ужас. И это все поднимается быстро-быстро вверх. Ну, в общем, если к утру мы обледенеем, значит, мы замерзли. Ну вот и наступило 1 января, и мы первый раз идем на рыбалку. 8 утра. Спустя 8 часов Нового года мы собрались. Так, взяла живцы, так, Дуволт, и вперед на озеро Бурица. Выставляю первую жерлицу 1 января этого года. Вот, поставил одну, вторую. Сейчас он еще бурю третью. Немножко решил передислоцироваться, попробовать, как здесь. Ну вот сейчас узнаем. Анечка пошла далеко-далеко проверять прошлогодние жерлицы, которые ставили еще в том году. То бишь вчера и позавчера. Утренняя картина. Приехали. Точнее, пришли. Приползли по наледи. Раз, два, три. И вот четвертый флажок только что ее заменил. Вот тут же наледь обваливается. Но руки обжигает. О, вот это рыбалка.
пришли мы тут на рынок. Чем там? У нас слободка единственная, она дергает. А вот что у нас 1 января попалось, сейчас мы узнаем. Вот это зацепилось. Рыба есть. Ура, тут рыба есть. Ну вот она, щука этого года. Ура. Щука 2024. Здравствуй! Вот это да. Зубы давай все? Два, зубы все. Посмотри, у нее зубы все. Понятно. Такое ощущение, что их нет. Кого нету? Их нету? Такое ощущение. Ну так очень может быть, полнолуние было. Ну что, нашу первую щуку, мы надо ее почистить. Для этого нам Дед Мороз подарил вот такую электрочистилку. Сейчас мы проверим ее. Щука, конечно, дубовая. Но чистит. Смотрю, легко. Ну вот, такая у нас получилась щучка. Почищенная. Вся взъерошенная. Как я не знаю кто. Вот такая. Взъерошенная. Это значит почищена. Но эта щука пролежала 25 минут на морозе минус 40. Пока мы ее вытащили, пока довезли, пока поймали. Ну, можно сказать, чистилка пойдет. Теперь надо будет ее проверить на свежей щуке. Ветрище такое, что мама не горюй. Но однако я пришел и вижу, стоит сработка. Радует. Просто как сработка радует. А поймалась или нет, это уже второй вопрос. Анечка пошла собирать уже жерлицы. Ну а мы сейчас попытаем удачу. Кто же его знает. Может, конечно, просто растащила. Может, просто растащила. Вся леска намотана и дергает. Попытаем удачу, друзья, поймать рыбу еще одну в этом году. Есть! Есть! Идет! Ну, уже побольше. Побольше. Такая вторая щучка в этом году. И опять я ее вытаскиваю. И опять захватила еле-еле. Ура! Есть щука! Есть в этом году щука! Можно рыбачить, да, щучка? Ух ты! Какая она! Вот так. Я с собой не взял ни черпака по башке не ударить, ничего. Ну, вот сегодня на морозец она идет. Вот и заканчивается наша рыбалка трехдневного отдыха в тайге. Здесь мы отпраздновали Новый год. Все было великолепно. Снегоход со второго раза. Ну, завелся, тяжело. Сейчас мы первый скарб вывезем. Вот. Погрузим машину, потом приедем за палаткой, за ричиком и за печкой. И все, что там осталось. Наша рыбачка еще на озере фотографируется. Видать, наверное, щуку достала. Ух, было хорошо. В такие сильные морозы мы выбрались.
Все сделали по уму, правильно, красиво. А теперь мы поехали оливье кушать. Тоже догонять всех вас.